Честно говоря, я думал, это большой аквариум, это все. Оказывается, тут еще есть маленькие аквариумы. Вот. Ну, тут, конечно, маленькие рыбки. Шум моря. Это вот все живые организмы. А это какой-то стенд с кораллами. Одна рыбка плавает почему-то. Не одна, там еще есть. А что здесь, я не знаю. Какая-то бетония. О, there's another one. О, папа, look at this. А вот здесь, я так понял, увеличительное. Нет, а что это за... Непонятная какая-то фигня. А, увеличительное стекло, вот. А что здесь увеличивает, я не пойму. Какие-то... А, совсем маленькие рыбки вон они. Здесь темно. Темный аквариум такой. Вот тут лодочка. Фотографироваться. Please, Chris, over here. Это пираньи. Okay, you ready, Mike? Скорее всего, пираньи, насколько я понял. Да, это пираньи. Написано пираньи. Большие, но они маленькие.
fish worth it. Очень большие. Вот плывет. Что? Аквариум, как аквариум, небольшой, но в качестве моральной разрядки нормально. Пойдет. Все, идем на выход. Thank you. Опа. О, так еще здесь что-то есть. А что здесь? А что здесь? А, вот что здесь. Здесь тюлени. Тюлени. Но что-то их не видно. Ладно, подождем пока. Пока выключу.